необходимости всем делиться. Они тоже созрели для философии «выигрыш-выигрыш». Подобным же образом и в наши дни многие женщины устали отдавать. Им нужен перерыв, нужно время на самоисследование, когда они могут побыть собой и позаботиться в первую очередь о себе. Им нужен кто-то, кто обеспечит эмоциональную поддержку. Кто-то, о ком не нужно куда заботиться. Поехал? И марсиане тут подходят идеально. Итак, встретившись с венерианками, марсиане начали учиться искусству отдавать, а венерианки учиться получать. После многих веков развития венерианки и марсиане достигли важной стадии своей эволюции. Венерианкам настало пора учиться получать, а марсианам учиться отдавать. Подобное же происходит на индивидуальном уровне с мужчинами и женщинами в процессе созревания. В юности женщины намного более склонны идти на жертву.